Привет, друзья! Привет всем! Тимурочка, привет! У меня есть предложение тебе открыть что-то из Nickelodeon. Твои любимые. Тебе же нравилось когда-то очень сильно, да и сейчас нравится, да? Черепашки-ниндзя! Вот такая машина черепашки-ниндзя с черепашкой. Кто у нас был оранжевый? Микеланджело? Да. Вот, значит, у тебя будет машина с Микеланджело. Хочешь открыть, посмотреть? Да. Давай откроем, посмотрим, что же это за Микеланджело, что же у него за машина там. Да. Очень интересно. Ну что ж, Тимурка, вот я ее распаковал. Машина черепашки-ниндзя. Микки. Что там у него, это интересно, здесь непонятно. А какая-то курочка у него там, смотри, сидит в клетке. Для чего, интересно? Мама, когда он машина спит, тогда она делает крик-крик. Да, вот такая машина. Четыре колеса есть. Машина ездит. Подножки здесь такие. Неплохо. К этой машине еще прилагается у нас что? Что такое вот пулька? Пушка вот такая у нас прилагается, правильно? Сюда, видимо, надо заряжать вот эту пульку. Хоп, она защелкнулась. Да. Здесь можно регулировать вверх-вниз стрелять и в бок, влево-вправо. Бум! Сейчас мы поставим машину, посмотрим. Так, дай-ка. Ага, здесь есть такой пазик, вот здесь. Сюда эту пушку мы и вставляем. Опа! Может, себя стрельно, думаешь? Если он здесь будет сидеть, мы нажмем на кнопку. Огонь! Ой, не получилось, подожди. Вот так. Как-то вот так должна расстрелять. Нет, смотри, не получается. Пью! Видишь, мне не получилось самого себя стрелять. Так, пульку мы поймали. Заряжаем снова. Так. Бум! И взорвал сам свою машину, да? Да. На, заряжай. Итак, самый главный персонаж, конечно, у нас кто? Микеланджело. Микеланджело. Привет, Микеланджело. Как дела? Покажись нам, какой ты красавчик. Микеланджело у нас в такой кожаной куртке с замком. Перчатка. Ну, как настоящий водитель, экстремал. Ноги у него сгибаются. Руки тоже двигаются. Да. У него даже две маски, смотри, своя настоящая маска, еще маска для гонок. Классно, да? Да. И что у Микки за оружие у нас? Нунчаки. Нунчаки, вот они нунчаки. Попробуем их дать ему. Бери свои нунчаки. Нунчаки, вот они. О, смотри. Да. Ха! Так, классно. Интересно, его можно машину посадить? Да. Давай попробуем. Ну, пушка мешает, да, отвернем ее так в сторонку. Повернись, пушка. Попробую посадить. Получится? Вот ему нунчаки мешают, наверное, он не может. Он не может за рулем, смотри, за руль сесть не может. Нунчаки мешают Микеланджело. Надо их вытащить, наверное. Так. Вытащил. О, смотри, и он сразу смог. Получилось? Нунчаки положим ему куда-нибудь в багажник, вот сюда. Вот так вот. В атаку едет Микеланджело. Не стреляй. Ну, стреляй. Вау, ха-ха, класс. Держи патрон свой. Заряжай еще раз. Давай какую-нибудь цель придумаем, куда бы ему можно было стрельнуть. Сейчас я придумаю что-нибудь. Так, в нападение у нас вызвался побить Микеланджело злой зеленый динозавр. Сейчас я тебя раздавлю. О, нет, что это было? Я уже кончаю, сейчас упаду. Бум! Динозавр готов.
Ты победил Микеланджело! Yeah, давай увидим вход! Yeah. Oh. Молодец! Ну вот такая вот машинка с Микеланджело. Нравится тебе? Оп, нунчаки упали. Ладно, потом подберем. Прикольно. Сидит здесь как надо быть. Прям вот так за руль держится, весь такой важный. Молодец, Микеланджело. Ты когда вырастешь, тоже будешь на машине, да, ездить ему? Да. Нет, ты что, надо красиво ездить, ты что? И только в мультиках можно взрываться. Там все не по-настоящему, потому что, да? Да. Вот, стреляет по-настоящему. Ну что ж, наши дорогие зрители, мы вам скажем спасибо, что смотрели. Да. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите новых видео. Всем пока!